Творческое видение моей истоки покажет вам сказку «Морозко». Настенька, Настенька, ты что же ты сладенькая делаешь? Марфушки чулки вяжу, вы же сами приказали. Вязать приказала, а вот спицами стучать бедовенько не приказывала. Марфушеньку душеньку разбудишь. Неужто через стенку слышно? А как же не слышно? Это ты, кобылица, сзади не ломайся, спишь, не просыпайся. А Марфушенька душенька целый день продремала, хребта не ломала. Теперь она от самого бесшумного шороха проснуться может. Вот тут, сладенько, вязать и будешь. Месяц светит ярко, и не слышно, и не жарко. Жили-были старик со старухой, и было у них две дочки. Одна дочь старика была родная, для бабки же родной была вторая. Красива, скромна старика была дочь, и всем им всегда торопилась помочь. И бабкина дочь была тоже красива, но так уж сложилось, что очень лениво. Она никому помогать не хотела, с утра и до ночи без дела сидела. Thank you.
одной стрелой ловишь. Что ты, что ты? У меня же детки мало. Ай, подумай. Дури, ни лица, ни фигуры. Ну чем же вас гостишки почивать?
Пролетели недели, выгнали Настеньку в чащу лесную, не по собственному хотению, а по мачехиному велению. Уж корила она ее, уж бронила она ее, уж била она ее, уж пилила она ее. Ищи в лесу свою Настеньку, не то не ровен час, беда приключится.